Ивановский музей камня презентовал итоги более чем 20-летней работы. В областном центре открылась выставка минералов «Цвет, форма, образ». Экспонаты для этой экспозиции сотрудники музея камня собирали по всей России, а презентовали в музее Первого совета. В собственном здании сейчас идет ремонт. Коллекция подобрана таким образом, чтобы представить минералы во всей красе. Палитра природных богатств необычайно широка, но каждый камень уникален и неповторим. Мы уже провели около 80 экспедиций. Разные регионы нашей страны, практически вся наша страна, начиная с Байкала, Байкал, Саяны, Алтай, Кавказ, Хибины, Крым и так далее. Естественно, куда бы мы ни шли, мы при собой ставим вполне конкретную цель и задачу принести такие красивые творения природы, которые называются минералы, или, как мы их называем, красивые камни. Самый внушительный экспонат коллекции – эвдиалит, весит 70 килограммов. Минерал был найден на Кольском полуострове несколько лет назад и в воспоминаниях сотрудников музея камня занимает особое место. Когда в одном из участков экспедиции, значит, был лагерь поставлен, и один ученик отошел ненадолго на разведку, так скажем, и нашел вот камень, приходит, я говорю, нашел такую вещь, только, говорит, я его не понесу. Вот. Все увидели, что действительно экспонат очень хороший, замечательный, интересный. Вот, надо как-то его донести, но он очень тяжелый. Тогда один из учеников, другой покрепче, сказал, что выгружайте меня весь рюкзак, понесу его я один. Вот, и донесли. Насколько разнообразна цветовая гамма минералов, настолько же неповторимы их формы. А если как следует приглядеться к отдельным минералам, то можно увидеть в них раскаленные пески пустыни или льды Арктики. Природа – великий художник. И такие вот образы очень часто попадаются в камнях. Это сочетание пятен, сами формы камня. Дело человека уловить. То есть, вот, естественно, человек пытается найти что-то знакомое, животных, людей, какие-нибудь пейзажи. Но природа в этом помогает. Увидеть что-то свое в нерукотворных произведениях искусства может любой желающий. Стоит лишь прийти на выставку. Но чтобы рассмотреть все без исключения минералы, потребуется не один час. Настолько они завораживают своей красотой. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.